Мой веселый отпуск продолжается. Кто-то сглазил, наверное. Чем заниматься будем? В Бангкоке погода такая же. Устали ли вы от меня? От солнца, моря? У меня тут очередная забава, третий день. Погуляй под дождем. Гуляю под дождем. Я уже забыл, что такое море, как туда ходить. Пойдемте с вами прогуляемся, и, наверное, сейчас мы с вами пойдем в молл. Мне все нравится. Дождь идет. Народ под зонтами, но он такой теплый, приятный и просто. Ну давайте, сквозь непогоду. Это самый центр, рядом с Bangla Road. Вот там есть Central, или Central Festival, который большой. А это Junk Ceylon. То есть это Barbie Style, судя по всему. Большой, забавный, здесь есть все, здесь куча времени, где провести, здесь есть музыкальные мероприятия, прочее, прочее, Starbucks, Burger King. Ну, пойдемте покажу все остальное. Давайте начнем с местной преисподней, если вы подходите сюда. Здесь на минус первом этаже сувениры, просто краем глаза, только краем глаза. Звук сейчас сотру. Здесь находятся банки, здесь находится обмен валют, здесь находится, вон, допустим, 7-Eleven. Ну, всякая такая шняшка, которая необходима. Здесь находится сотовые операторы. Здесь есть все. Полагаю, что Централу нужно посвящать другой день. Ну окей, заходим. Минус первый этаж – это ширпотреб. Но иногда, когда очень хочется магнитиков, еще чего-нибудь запоминающегося, подарков, надо приходить сюда. Так, пойдемте. Ну, естественно, какие-то изделия из кожи, кожезаменителя и так далее. О, слушайте, здесь все переделали. Так, все, поставьте мне минус. Я, да, за 4 года столько всего изменилось. Вот там впереди, там прекрасный фудкорт с очень вкусной корейской едой. Есть не хочу, но сейчас давайте краем глаза. Ну, как обычно, начинается все с манго, сушеный манго, свежий манго, коконаты. Окей, здесь очень недорого, можно поесть, видите, просто смотрим на ценники, 85, 75, 95, ну, было, конечно, 70, ну, ладно, мы не рассчитываем, потому что в те места, в которые я хожу, ценник уже 170, сифуд за 95, умножайте на 2.5, очень нормально. Так, такую курочку не хочется. Опять же... Суп из лапши, разные-разные виды. Давайте попробую задержать вид. Говядина, свинина, удивительно. Ценник приятный. На обратном пути посмотрим. Так, здесь повыше уже, ценник 200 идет. О, 450 вообще. Проходим мимо. А вот это то, что я люблю. Это все виды лапши с бульоном. Все, что хотите, добавляете. Ай. То есть, любые варианты. Ну и ценник. Негуманно. Идем дальше.
Слушайте, ну что я вас буду мучить? В принципе. Так, здесь подорожало. Ну, давайте просто покажу картинку всяких блюд. То есть, конечно, есть и 260 дирхам, и 120 дирхам. Все самое разное. Зависит, кто на что настроен. Слушайте, вчера забыл снять, телефон не со мной был. Рис с манго, со сладким. Это было так вкусно. А вот это можно было бы съесть. Давайте посмотрим, может, вернемся. Это ананас, начиненный креветками и прочим. Том-ям. Гигантские креветки. Так. Джанг Цейлон. Ближайший вход к Бангла Роуд. Фудкорт. Минус первый этаж. Не пожалеете, найдете что-нибудь вкусное. Ну, тут всякие изделия. Начиная от косметики, мыло. Всякое сушеное, что можно подарить. Сушеное манго, кстати, очень вкусно. Давайте я не буду вдаваться в подробности. Вон вонялки, изделия. Всякие резные, массажики. Так. Если кто-то любит всякие резные изделия в тайском стиле, то есть начиная вот от этих вот кукол из их там разных преданий и прочего, ну и заканчивая слониками с опущенными этими самыми хоботками, с поднятыми хоботками, что все обозначает. Там всякие вон свинки, прочие, даже зайчишки появились, видим, как имеет какое-то значение. Вот такой слоник, ручная работа, из чего-то очень легкого, стоит 150 бат. Кто хочет вот такую сову? Тоже 150 бат. Видимо, стандартная цена. Больших не буду смотреть. А можно не поскупиться и купить целую семейку. Вот такой славненький малыш стоит 1200 бат. Ну, я за экзотику, поэтому я бы купил вот таких вот полу-львов, полу-драконов, которые охраняют дом от злых духов. Тоже 1200, но это уже не резная работа, это какая-то керамика. Ладно, пока я не купил себе очередную какую-нибудь игрушку, уходим отсюда. Так, кругом музыка. Купи один подарок. Я имел привычку покупать здесь спортивные или какие-нибудь вот такие легкие рубашки из... Вот, достаточно популярная тема. Так, за музыку забанят. Так, 990. 990 дорого, бывает дешевле гораздо. Хотя, подойдя на кассу, можно уже понять, что там что-то есть дешевле. Вот 790. Такая стоит 790. Умножаем на 2.5. И напоминаю, 790 это за две вещи. То есть берете одну и из этой же условно коллекции или это же берете вторую. Выходим из так называемой новой части, попадаем на улицу. По левую руку у нас пойдет улица ресторанов. По центру у нас площадка с музыкой, с какими-то мероприятиями, которые они организуют. Очень неплохой ресторан Фуджи по правую руку, советую. Он не детский по цене, но тем не менее, ну супчик за 110, конечно, можно купить. Тюна салат за 210. Но очень прекрасная рыба. Так, давайте я заглушаю звук и покажу вам ценник.
Кому не нравится, есть маг, есть все-все-все. И вот они, веселье. Вот впереди улица с ресторанами. Но мы пойдем вот в ту сторону. Это магазины продолжаются. На входе, как обычно, куча-куча всяких товаров по невысоким ценам. Вот эти снегоходы. Ну, не знаю. Ой, они легкие такие. 399 бат. Сумки, кроссы, сникерсы. Совсем детская, не совсем детская. Ну, как-то так. Это трехэтажный торговый центр. Здесь разные бренды. Пожалуйста, вам Тимберленды. Тимберленды. Женские. 8500 бат. Умножаем на 2.5. Цены сравнивайте сами. Обожаю CC Doubled. Давайте я со своей точки зрения буду смотреть на мужскую, ну и покажу женскую. На все, как обычно, у них все сезон, все 40% минус. Там внутри играет музыка, убираю звук. Напоминаю, что на большинство товаров там минус 40%. Второй бренд Just Pal. Ну, давайте я все-таки мужскую часть пройду сначала, а потом покажу вам что-то свое.
буду я больше с вами по магазинам ходить, потому что я вам себе уже что-то тут присмотрел. Это прям морячок Папай какой-то. Это на яхту. Ну вот теперь вашу точку зрения. Футболка моя остается. Обувь другую подберем. То есть первое. Джинсы, трубы. Они очень удобные. Ну и сразу всех убить огурцами. То бишь английским пейсли. Вот это называется пейсли. Может, что выиграю? 20%? Yeah. To what? So what shall I do? For this and this. Two items we can use. Great. Yes. Больше меня магазин не берите. В итоге все закончилось вот этим. 25% скидка. Я в итоге купил белые шорты, синюю рубашку, прекрасные джинсы. Все это получилось за 12 тысяч рублей из прекраснейших тканей. И если я завтра приду, не завтра, а в ближайшие пару недель приду, плюс я выиграл 20% скидку на любой следующий товар. Так что затягивают маркетологи. Пойдемте. Давайте я вам покажу интерьер и на этом уйду. Здесь все хорошо, здесь везде дают скидки. Я вот только что зашел в CPSC и еще что-то купил. Поэтому давайте, уводите меня отсюда. Здесь очень достойно, здесь есть что выбирать. Магазин хороший, может быть, еще на следующей неделе зайду, покажу что-нибудь вам. Все, уходим кушать. Не люблю я незапланированные траты, но тем не менее я купил то, что мне понравилось. Мне нужно еще пережить. Дорого, недорого, буду ли я это все носить и так далее. Поэтому спустились вновь на первый этаж, минус первый этаж, где все это начиналось. Это вот в этом фудкорте. Проходим, выбираем любой из палаток, ту еду, которую хотим. Запоминаем ценник, идем на кассу. Вам дают карточку, вы ее пополняете на необходимую сумму. Вы можете на 1000 пополнить, к примеру, и постепенно снимать все это. Вот. И супчик. Это куриный с кокосовым молоком. Все очень вкусно. Слюнки текут. Ну что, а дальше все по программе. Дождя нет, к счастью. Ну и солнца нету. Что, мне приятного аппетита. Давайте я с вами попробую первую ложку буквально. Что здесь есть? Здесь есть курица. Ну, блин, даже не спрашивайте, это какие-то грибы. Обязательно лемонграсс, помидорки. Все это обильно приправлено острым-острым соусом. И плюс еще какие-то такие травушки. Вот. Кому интересно, посмотрите в интернете. Вкусно. Иногда бывает более плотный. Этот не сильно плотный. И не острый. Вот.
Я вас оставляю на этом. Все, до новых встреч. Время 4 часа пополудни. Облака ушли, все прекрасно, легкая сауна, ну очень классно. Думаете, мне такое для Дубая нужно, чтобы выделиться в толпе? Так, историю праздника не знаю, но что-то 27-го здесь происходит. Все запускают вот эти штучки, и что-то там как-то так, девушка, спасайте, спасайте свои мечты. Миленько так, они тут все вовсю клепают, у нас в отеле что-то происходит. Очень забавные мюли, красивый цвет, 4990, 10% скидка, к этому еще можно и такс-фри применить. А вот в мужской обуви здесь гораздо лучше, почему-то, смотри, сколько мюлей, любых цветов. В меню нарисован огромный кальмарчик, ну здесь такой малыш буквально. Кальмар на пару с зеленью, с чили, залитый опять рыбным соусом, поэтому надо будет что-нибудь добавить. Это, в принципе, ужин. Все, что знаю из Википедии, и все, что я увидел в последние дни. Сегодня, 27 ноября, в Тае празднуется праздник, называется Лой Кратонг. Лой Кратонг переводится как лодочка, сделанная своими руками. Когда-то в аналах истории было записано, что одна из императриц сделала к этому празднику, это праздник полнолуния, кстати говоря, луны не видно, это 12-я луна. Она сделала лодочку, она сделала ее из бамбука и листьев банана. То есть основное, что здесь в ходу находится. И на них положила такой некий поднос, на который она положила фрукты. Это подношение богам. И опустила это в воду. И с тех пор многие годы, это считается, многие тысячелетия уже получается, это традиция, когда в этот день все самостоятельно делают, ну или покупают иногда какие-то вплоть до произведения искусства, вот такие лодочки, и опускают их, и загадывают желание. То есть на самом деле это благодарность людей, силу природы, хороший традиционный праздник. $150, можно торговаться. Чем сравнимо. А вот чтобы не засорять залив, они придумали вот такую вещь. Это маленький бассейник. Thank you.
поможем ему. А вот она и полная луна, в честь которой этот праздник.